О происшествиях в регионе. В субботу, 12 февраля, около 12 часов, лидские спасатели получили сообщение о пожаре в квартире одного из многоэтажных жилых домов на улице Варшавской. Огнеборцы оперативно выехали на место происшествия. К моменту их прибытия в квартире было задымление. Как позже выяснилось, горел спальный матрас. Никто из людей не пострадал. Причину случившегося устанавливают специалисты. Рассматривается версия неосторожное обращение с огнем при курении. В 2021 году на территории Лидского района произошло 105 возгораний, в огне которых погибло 14 человек. Если говорить о пожарах, которые случились из-за непотушенной сигареты, то на территории нашего района за 2021 год жертвами таких пожаров стали 10 человек. Хотелось бы обратиться непосредственно к самим любителям табака. Если вы не можете отказаться от этой пагубной привычки, курить дома, делайте это хотя бы безопасно. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол, сакон и не курите в постели. Окурки же складывайте в пепель или металлическую банку, лучше всего наполненную водой. Не подвергайте опасности себя и тех, кто проживает рядом с вами. А чтобы дома избежать беды, вам всегда поможет автономный пожарный извещатель.